Неизвестный зверь снова на охоте. На этот раз его жертвами стал баран и две австралийские овчарки. Кроме того, с десяток баранов оказались ранены. Эту картину хозяин животных Валерий Принг обнаружил утром, когда собрался кормить питомцев. Визита неизвестного хищника он опасался еще осенью, когда стало известно о первых нападениях на домашний скот. Именно поэтому, в том числе и в его дворе, по решению городской администрации, были установлены видеокамеры. Однако техника, по словам животноводов, не работает уже несколько месяцев, а потому разгадать главную загадку и узнать, кто ведет кровавую охоту, так и не удалось. Сегодня Валерий боится за уцелевших животных, потому что уверен, история может повториться, так же, как это случилось с его другом Александром Даниловым. Напомню, в ноябре прошлого года зверь неоднократно проникал на хоздвор Александра и уничтожил 12 баранов. Я не хочу жаловаться, не хочу никуда обращаться. Я знаю, что в этой ситуации я один. Никто мне не поможет. И Александру никто не помог. Мы вместе с ним были, да? Это наши вместе животные, да? Никто ни ему, ни мне, никто нам в тот момент не помог. И сейчас нам никто не помог.